Ким Чен Ын внезапно поменял автомобильные вкусы. Раньше пользовался только мерседесами для официальных появлений, а теперь купил новый роскошный Rolls-Royce. Сделал это специально для встречи с госсекретарем США Майком Помпео. На этой новой машине он и подъехал к ожидавшему американцу. Впрочем, этот жест наполнен очень серьезным политическим смыслом. Международные санкции, ну, по идее, должны заблокировать поставки в КНДР, в том числе и предметов роскоши. Таким образом, северокорейский лидер показал, что считает санкционное давление совершенно бесполезным и сможет купить все, что посчитает нужным. Переговоры в Пхеньяне длились почти 4 часа. Тема – ядерное разоружение. В итоге Ким согласился пустить американских инспекторов на свой ядерный полигон, чтобы они убедились в его демонтаже. Ну и добился главного для себя. Американцы готовятся ко второй встрече Дональда Трампа с лидером КНДР. Я вернулся из поездки в Пхеньян, где мы достигли существенного прогресса. Хотя нам еще предстоит пройти долгий путь и многое сделать, уже видна конечная цель – полное ядерное разоружение Северной Кореи.